Народ, всем привет! Сегодняшний видос будет посвящен морской рыбалке. Я сейчас нахожусь в поселок Ичмелер, рядом город Мармарис, Турция. Здесь охренительная бухта, очень красивое место, природа супер шикарная. Прозрачная вода, море очень чистое. Посмотрел, значит, изначально локацию, ну как бы это Средиземное море. Но оно граничит буквально вот с Эгейским. Видовой состав здесь получше, чем, допустим, на Черном. Вот. Я же немножко порыбачил в разных местах. Она спряталась. Ого! А, кайф! Тяни, 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 аккуратно. А-а-а, класс! Если долго мучиться, не, да, не зря мы мучились. Что-нибудь получится. Какая класс. Рыба огромная, блин. Вот сейчас будем, пробуем пройти на полнорез, на мол, и кидать оттуда. Там местные ловят сарган. Лучшие места были заняты. Вот. А сейчас мы как раз, вот я смотрю, впереди никого нет. И посмотрим, как там у нас с рыбалкой. Короче, пообщался сейчас с местным, тут отдыхающие. Говорят, ловят отсюда. Не знаю, правда, кого. Крупная, не крупная рыба. Ну, сейчас будем пробовать. В общем, вот такое вот местечко. Мол, не очень длинный, как бы, выдается так от берега. Может быть, не знаю, сколько. Здесь есть ключевой такой момент, то, что бухта вся закрыта. Видно, что там горы. А здесь есть выход к морю. Там, соответственно, его тоже нет, потому что там все горы, горы, горы. И единственный выход был, ну, закрыт. Там стоят яхты. Будем пробовать сейчас на дропшот ловить. 7 грамм грузик. Здесь у нас С-59. Восьмерка, по-моему. Ну и все по классике. Мой любимый бибик С3000. Палка. Потом отдельно скажу о ней пару слов. До 20 грамм. Да, пробовал сразу, как приехал, ловить на пляжах. Они такие песчано-галечные. Ну, такая мелкая галька, блин, крошка. Очень много поклевок, реально. Вот, прям вот. Тоже, допустим, если ставишь ту же мараки, ее снимают до того, как она успевает упасть на дно. Вот. Но рыба очень мелкая, потому что ни одна вообще не засеклась. То есть я ставил очень мелкие крючки. Там не серии С-59 даже специально покупал, а-ля такие с длинным цевьем, чтобы на них, ну, с такими зазубренными. Не помню, какой номер, короче, реально маленькие крючки, то есть, в принципе, там даже, не знаю, какой-нибудь ультра-окунь мог бы стопудово зацепиться, то здесь вообще ничего. Оба! Кто-то там был. Кстати, все перепробовал, кучу разной резины, съедобной всякой. Сработал Микки Маус или Мик Маус, фанатиковский. Как бы я знаю, что на море вообще цвет рулит частенько, если мы не берем в расчет чисто морские приманки. Допустим, на Черном море я пробовал ловить на разные. Наибольший результат был просто от оранжевого цвета. У меня завалялись там несколько твистеров оранжевых. Вот. И, кстати говоря, ударчик был на паузе. Может быть, стоит действительно паузу сделать побольше. Пилькеры на камнях очень неудобно. Оба, есть. Есть, есть, есть. Не очень удобно использовать, потому что как только он ложится на дно, он уже больше с него не поднимается. Какая-то... А, что это такое? Это рыба? А, вот каменный окунь, кстати. Совсем мелкий. Это вроде не опасен. Вообще хрен знает, кто клюнет.
подсветка. Подпустим. Так, будем еще пробовать, может быть, куда-то сделать все правее. Блин, ветер, конечно, пипец. Вот прям субтитры потом делай. Солнышко уже сейчас будет вставать. Вот впереди прям рассвет у нас будет. Да, конечно, шикарное место. В плане отдыха просто суперское. Мармарис крутая. Крутое место, реально очень крутой город. Архитектура такая. Похоже, не знаю, чем-то какие-то европейские такие города приморские. Есть где погулять, есть что посмотреть. Кровь все зацепил, наверное. Такой же приятель мелкий. Кстати, первый заброс. Принял приманочек опять на Микки Маус. Ага. Блин, какой сегодня прошорливый. Так, ну. Мелкий. Маленький еще. Вроде бы. Причем с выброса. Вот солнышко встает потихоньку. Народ переоснастился немножко по-другому, сделал чуть меньше груз, тонкий более флюр и маленький крючок вот такой. Поклевки вообще прекратились, интересует рыбу только вот мараки. Такая вот приманка. Наверное, многие знают, кто занимался когда-то рокфишем и вообще во всех магазинах ее рекомендуют. Ну, действительно, то ли там дело в аттрактанте в этом. Сразу реагирует рыба, но засечь вообще нереально. Сейчас вот прям вот посмотрим. Вот они поклевочки, такие рывки, но. Оп-оп. И все. Скушали. То есть даже, в принципе, даже груз не упал на дно. Почему крупная рыба, ну, хотя бы относительно крупная, почему она не успевает, вот. Непонятно. Вот, видим. Так, пробуем еще одну. Червяка целиком насаживать бессмысленно. Нарезается кусочками. Вот так вот это дело выглядит примерно. Тот же дропшот. Наибольшая чувствительность именно при поклевках. Ну и, конечно же, по камням, ну блин. Даже специальные грузики, и то не всегда проходят. Пробуем еще разочек. Угу. Все, вот, момент падения, реально, все происходит в момент падения. Тут уже на солнце, конечно, тяжеловато находиться, все еще жарко, хоть сентябрь днем, больше 30 градусов. Сейчас вот время 8 часов, уже достаточно тепло.
камни. О, крабики бегают. Сейчас вот пока стоял, видел, несколько сарганов прям прошли буквально в 3 метрах. Хороши, но как поймать? Бомбарды нету, к сожалению. Почему-то я про него вообще позабыл. Ну вот и все. Скушали. Так, ну что, давайте, наверное, закругляться. Пойду сейчас на завтрак. Возможно, сегодня удастся пройти на порт. Еще раз покажу, там порт. И слева там есть старый пляж. Какая-то заброшенная, не знаю, что там есть территория. Дальше идет очень-очень большая глубина. Попробуем там половить. Может быть, что-нибудь получится.